Фестиваль национальных культур в честь Дня России провели в селе Казаки Елецкого района. Этот праздник здесь традиционно отмечают одной большой семьей. Болгары, молдаване, украинцы, белорусы и казахи, представители 14 национальностей и этносов, рассказали гостям о культуре своего народа, показали национальные танцы и костюмы, после чего пригласили на большое застолье. Грибочки, картошечка, рыбочка, осетринка, салица, вяленая, колбаска, нарезочки, кровяная, ушки поросячьи, кулебяки, огурцы малосоленые, пышечки, пироги. Фестиваль дал старт марафону национальных праздников. Они пройдут во всех районах и городах области. А 4 ноября, в День народного единства, в Липецке проведут гала-фестиваль, где и определят победителя марафона. Мы все делаем для того, чтобы возродить традиции проведения всевозможных мероприятий при участии всех народов и национальностей. 96% русских проживает на территории области. Тем не менее, вот мы обязаны уделять должное внимание и тем 4%, тем 128 национальностям и этносам, которые проживают на нашей Липецкой области.